Зеленый асфальт появился на улице Новоселова совсем недавно. В администрации округа участок дороги от Новоникольского шоссе до военной части и домов решили благоустроить по просьбе местных жителей. Бригада работала в основном по ночам, не создавая неудобства водителям и пешеходам. Двух дней хватило, чтобы избавить жителей от пыльной дымки. Здесь была пыль страшная, потопы. В общем, невозможно ни белье повешать, ни дышать. Дети астматики, жена у меня тоже астматичка. Вот. Ну, как бы очень большое спасибо вот за этот асфальт, что сделали. В общей сложности рабочие уложили около 3500 квадратных метров асфальта. Осталось доделать перекресток улиц Новоселова и Новоникольского шоссе. Специалисты ждут, пока уляжется грунт под водопропускной трубой, которую установили в начале работ. А пока дорожники отсыпают и выравнивают обочины. Серьезные преобразования ждут и улицу Фабричную, где вовсю идет реконструкция дороги. Жители микрорайона говорят, что в дождливую погоду здесь постоянно подтапливала территорию домов, школы и детского сада. Сейчас старые лотки меняют на новые, более глубокие. После работ по водоотведению участок заасфальтируют. Будет демонтироваться асфальтовое покрытие, меняться на новое, ну и реконструкция полностью будет этого перекрестка. Плюс дополнительно еще будет устанавливаться лотки дополнительно. Для сбора воды сопки. Ремонт дорог идет также на улицах Островского, Русской, Горького. На Беляева реконструкция затронула разворотное кольцо пассажирского транспорта. Клумбу окружил новый бордюр. Совсем скоро здесь начнется асфальтирование. Всего в этом году на ремонт дорог запланировано около 77 миллионов рублей из местного и краевого бюджетов. Анна Клыга, Антон Войцеховский и Никита Файзулин. Телемикс.